Operation Typhoon was Hitler's plan to reach Moscow, a primary target. He intended to take the city before winter had set in, but the Red Army foiled the Nazis' blitzkrieg. Wehrmacht troops were reprimanded by the capital, and 38 German divisions were smashed. More combatants were involved in the battle for Moscow than any other, making it one of the biggest of World War II. Мне было 7 лет. 8 лет я пошла в школу. В 42-м году открылись школы. Мы пережили все ужасы войны. Голод, холод, разруху, потери близких и родных нам людей. В 42-м году умер от голода и холода и болезни наш двоюродный брат. Особенно страшными были бомбежки, ежедневные бомбежки, которые следовали одна за другой. Первое время мы спасались от бомбежек, бегали на станцию метро «Парк культуры», которая была рядом с нашим домом. А потом, значит, наша семья решила погибать так всем. Мы не стали бегать. У нас пятеро детей, прятались мы от страха, от голода, холода под столом, сидели, прижавшись друг к другу. Внизу у нас булочная была. Крысы поселились в нашей квартире, в нашем диване. Их было множество. Мы даже когда спали вот так вот на диване, диван шевелился от передвижения крыс. И как-то мама испекла целую тарелку лепешек из картофельных очисток. Потом, значит, когда мы садились за столом, она пошла, значит, а тарелка была пустая. Крысы все перетаскали в свою норку. И мы, конечно, остались голодными. Мы помогали, как могли, фронту. Собирали металлолом, ходили по дворам. Вместе со взрослыми там вязали, я тоже умела, носки, варежки, писали письма. Мы пели в госпиталях, когда перед ранеными. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага. Они питались очистками от коржиры, котлеты всякие делали, оладьи. В школе им давали печенье раз в неделю, и она их прятала за шкаф, чтобы подарить маме на день рождения. Ну, мне кажется, что для счастья 8-летнего ребенка нужно игрушки, мама, забота, прогулки, друзья нужны. У меня есть собачка беленькая, большая, вот такая ростом. Зефир зовут. По-гречески «бог ветра». Это в школе у каждого класса есть дети, которые хорошо поют. Вот, их выбирают концертный состав, они поют на всяких выступлениях, на концертах, на праздниках. Женский праздник, значит весна. Этот праздник очень важный, нам не до сна. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам родная Москва дорога. Нерушимой стеной, обороной стальной, разгромим, уничтожим врага.